Добрый день, на связи Планета Авто. Сегодня у нас на обзоре Mini Cooper S 2013 года в синем цвете, турбированном моторе 1.6, мощностью 184 лошадиные силы, АКПП передний привод, имеется спойлер, камера заднего вида, литые диски, хорошая зимняя резина, установлены ветровики, пробег 34 тысячи километров, по салону красивый темный ухоженный салон, кожа с синими вставками, не прокуренный, имеется полка в багажнике. Система курсовой устойчивости, два стеклоподъемника, противотуманные фары, кондиционер, климат-контроль, музыка, мультимедиа, кнопка старт-стоп, электрорегулировка зеркал. Пройдемся по ЛКП. 79, 94, 86, 78, 94, 87, 81, 138, 107.